Здравствуйте, дорогие друзья. Это последний раз, что мы здороваемся так поздно ночью в уходящем году. Вот какое у нас с вами завершение венценосного года. У нас в гостях Леонид Вячеславович Куравлев. Здравствуйте, дорогой Леонид Вячеславович. Здравствуйте. У нас, надо сказать, дорогие друзья, есть общий друг Сергей Модестович Воскресенский. Вот мы с ним большие поклонники господина Куравлева и в жизни тоже. И вот мы с ним на пару Леонида Вячеславовича много-много, скажешь, лет. Леонид, ну приходите же вы в прямой эфир. Да что все видели, что вы за человек? Да вы же приходите. Нет, не пойду. Ненавидит, товарищ Куравлев, телевидение. А тот взял, сломался. Все-таки пришел. А почему вы так не любите это телевидение, Леонид Вячеславович? А я считаю, что я довольно часто появляюсь на телевидении, поскольку много снимался. И довольно часто показывают так называемые старые фильмы. К тому же я продолжаю еще сниматься и в новых. И думаю, что для зрителей я достаточен. Вполне. Ах, это они просто не знают, что вы зачем в жизни. Вот мы затем хотим вас, пригласить столько лет, чтобы наконец выяснить, почему у Айсмана один глаз. Вот поэтому, да? Да, роль Айсмана в известном фильме Татьяны Михайловны Леозновой «17 мгновений весны». А, видимо, Татьяна Михайловна Леознова, насколько я знаю, хотела меня все-таки занять в этой картине. Но я к тому времени уже довольно много наснимался и в довольно известных картинах. Ну, например, в «Золотом теленке» или в «Живет такой парень», «Ваш сын и брат», ну и так далее. Довольно много было уже фильмов к тому времени. И желая меня снять, Татьяна Михайловна все-таки мое лицо как бы хотела спрятать. Вот спрятать Куравлева, если так можно выразиться. От Пашки Колокольникова отбить вот Айсмана. Именно, вот именно, вот именно. И вот что же делать? И именно Татьяна Михайловна придумала, давай-ка мы один глаз уберем, человек военный, мог потерять на фронте, что и произошло по сюжету. Вот, и к тому же мне наклеили такой арийский горбатый нос. Вот, это тоже, так сказать, относилось к гриму, естественно. И должен сказать, Дима, что этот нос доставался мне очень дорого. Очень дорого. В том смысле, что... Его нужно было делать часа два, не меньше, и потом очень аккуратно всю смену носить как вот некий огромный клюв у попугая. Знаете, есть такие попугаи с огромным клювом. Да, да. И вот я аккуратно все это носил 8 часов, перед этим 2 часа его делая, потому что он на свету под дигами плавился. Как только дубль заканчивался, я уходил в тень. Вот такая была работа. Вот почему Айсман такой грустный и сосредоточенный всегда. Мы-то думаем, это пароль, а это вы нос поддерживали. Ну, может быть так. Это, кстати, вот по поводу всяких физических недостатков, которые вам приходится, но нос-то большой, весьма условно можно назвать достоинством. Вечно это вас преследует. Тут у нас в интернете мы нашли вот какой эпизод. Во время съемок картины «Живет такой парень» Василий Шукшин попросил Куравлева, чтобы Пашка Колокольников заикался. Вот мы все это нашли. А вы лучше расскажите, чем я буду читать. Да, я там заикался. Дело в том, что меня часто об этом спрашивают зрители на встречах. Да. Дело в том, что я у Василия Макаровича снялся еще в его дипломе. Из Лебяжьего сообщают.
Я там сыграл Сеню Громова. Три части, небольшая роль. Это диплом Шукшина, короче говоря. И вот мой Сеня Громов в придумке, это я подчеркиваю, Василия Макаровича Шукшина, дико заикался. То есть настолько, что он бросал фразу на половине и отмахивался как бы от нее. То есть понятно, ну понятно, что я хочу сказать, и бросал ее. Когда приступили к съемкам «Живет такой парень», Пашка Колокольников, Шукшин сказал: «Лень, заикание оставим только очень элегантное, такое неназойливое, ласковое». Это вы сейчас Шукшина показываете? Вот так, да, примерно. И вот, Дима, хочется, знаете, о чем сказать? Фильм уже был закончен. Как-то я приехал на студию имени Горького к вечеру. Это была ранняя весна, по-моему, 64-й год, даже помню. Это год выхода «Живет такой парень». И мы столкнулись с ним в раздевалке. Он уходил со студии имени Горького, а я приехал в какую-то группу. Я говорю: «Вась, как дела? Встретились?» Он говорит: «Ты знаешь, сегодня сдавал «Живет такой парень». Ну как, говорю? Ну кто-то поругал, естественно, кто-то похвалил. В общем, была целая беседа при приемке картины. И да, вот что. Один из последних, обсуждавших нашу картину, сказал: «А вот вы все не обратили внимания на то, что режиссер Шукшин использовал природный недостаток артиста Куравлева – заикание». И Шукшин довольно жестко сказал: «Вот такие люди в Госкино принимают наши картины». А вот тут у нас есть одна цитатка. Саша Абдулов говорит о Леониде Вячеславовиче. Он, говорит он, имея в виду народного артиста нашей с вами страны, господина Куравлева, это то, что нас окружает. Смотрите, какая красивая цитата. Вот вы, Леонид Вячеславович, то, что нас окружает. Вот эти ваши Афонии, эти ваши Аркадии, ля-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 
амплуа того, что нас окружает, играть. Вы знаете, я должен поблагодарить, конечно, Сашу за величайший комплимент. Я его так расцениваю в свой адрес, потому что это невероятно охватить как бы многое и многое в нашей жизни. Наверное, он, так сказать, как человек горячий, как человек эмоциональный, сам актер, я понимаю, он преувеличил. И, конечно, я не тот человек, который вот окружает, так сказать, нас всех и так далее. Нельзя объять необъятный, как известно. Но, тем не менее, Саше большое спасибо за такие слова. А вот этот ваш Аркадий из начала, вот я все хочу, чтобы вы рассказали людям, откуда взялась эта... Ведь вы же цитируете с Чуриковой в начале Марио Ланца, вот этот знаменитый американский фильм мелодраматический, когда его, этого бедного Аркадия в этой фантастической белой сорочке, пришел же на свидание, дичь можно руками, когда его распирает и... Так как единственную форму романтической любви, что им известно, они тут же решили, и они поют ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как это вам пришло в голову? Ну, дело в том, что, да, вот сцена, где вот как раз вот это пение, слияние двух душ в этом дуэте, вот это и то, что, в общем-то, и называется любовь. Это любовь двух людей, которые уже друг без друга как бы не могут. А вот родилось это примерно так. Насколько я помню, у нас была другая сцена. Сцена, где мы лежим в постели и разговариваем. Да, вот два. Да, вот именно. Два, извиняюсь, перед Инночкой. Два, ну так, условно выражаясь, два чудовища лежат, разговаривают за жизнь. Вот, да. И вот как это снимать? Наверное, очень долго ломал голову Глеб Панфилов, вот как это снять? Вот как это снять? Чтобы зрители поверили, вот два красавца таких-то развалились. Мастрояне пошло Лабриджиды. Вот именно, вот именно. И вот однажды я пришел на съемку в павильон, а снимали в Вильнюсе, кстати сказать, из-за столетия Ленина. Все снималось во имя этой даты. А Глеб Панфилов придумал
Очень простую вещь. А мы можем снять павильоны на Вильнюсской студии. Что и случилось. Так вот, пришел и... вообще Глеб Панфилов, он тот самый художник, который любит тишину. Это помогает творчеству, это правда, это так. Потому что вы сами знаете, что творится на съемочной площадке. Да-да-да. Бедлам, кричат, то, сё, пятое, сколько раз слышишь режиссёру, да прекратите, дайте сосредоточиться. А тут пришел, и это уже было правилом, тишина, тишина, творческая, священная тишина. Она для меня уже была непривычной. Непривычно. Я всегда привык окунаться в бедлам. То, что нас окружает. Да, то, что окружает. Пьяные свидетели, массовка. Вот, там кричать, поставь свет здесь, так-то. Так, вы сапоги 45-го размера заменили на 46-й, герой не налезет и так далее. Вот этот вот. Я этот бедлам дико люблю. Это кино, это кино. А потом вот вырастает кино вот из этого бедлама, из этой чуши гороховой. А тут у Глеба Панфилова нет. Священная тишина, храм, храм искусства, павильон. И я вот как-то инстинктивно против этого восстал. Инстинктивно. И однажды вдруг в этой священной тишине я заорал. И я вижу исказившиеся лица людей, знающих Панфилова, что знающих сейчас будет. Панфилова, которые требуют тишины. Ужас на лицах. Я кощунствую, я нарушаю творческий процесс режиссера. А я продолжаю, я продолжаю. И вдруг я вижу Панфилова, который расцветает. Художник расцвел. Художник Панфилов расцвел. Он говорит, ну-ка иди сюда. Отвлек меня с сыночкой за декорацию. Говорит, ну-ка еще разок. Ну, я говорю, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, а еще что-нибудь. Вот что-то еще, что-то попробовали, но вот это первое ля-ля-ля, оно все-таки пришлось больше по вкусу режиссеру. И в чем творчество, в чем, вот, извините, даже величие режиссера. Вот умение вдруг перечеркнуть, может быть, вот эту сцену. Предыдущую схему. Предыдущую схему, сцену, вот где я, о чем я выше говорил, где вот двое разговаривают, лежа в постели, о жизни, о том, как они будут жить, как они будут счастливы и рожать множество детей и так далее. Вот, вот заменил вот на такой. Я очень благодарен Глебу, который вот это сделал. Это помогло и ему, и нам, наверное, актерам. На одной этой песне гораздо больше характеристики, гораздо больше драматики и лирики, чем в «Тысяче разговоров об этом». И потом вспомним «Краткость, сестра таланта». Да. Там была вот такая огромная сцена. А тут ля-ля-ля-ля на вдохновении. Оба, не отрывая друг от друга глаз влюбленных. Все, все ясно. Слушайте, давайте по телефону-то поговорим. Алло. Алло. Здрасте. Доброй ночи. Прошу вас. Меня зовут Роман. Очень у меня здорово. Есть перед вопросом пожелания. Да. С наступающим Новым годом, Леониду Вячеславовичу. Спасибо. Здоровья. Побольше. Спасибо. Главных ролей и моторов. А Диме в лице Димы тоже апологию поздравить. И спасибо. Диме не забывать про антропологию и музыкальную группу с идентичным названием. И вопрос Леониду Вячеславовичу. Да. Леонид Вячеславович. Расскажите, пожалуйста, о вашей мечте, которая не сбылась с детства. Спасибо. Спасибо. Так, спасибо большое. Мечта, которая не сбылась с детства. Не сбылось, что я не стал серьезным человеком. А если говорить серьезно, то вот, вы знаете, должен вас немножко разочаровать, потому что вот не было какой-то матерой, я не помню этого, значит, не было мечты вот воплотить себя в какую-то определенную профессию. Не было, потому что, откровенно говорю, что, видимо, я был мечтателем, романтиком, и мне не очень давались точные науки. В школе... Это легко понятно. Да, вот. И когда я получил довольно скромный аттестат зрелости, тут вот как раз не до мечтаний было,
А хотелось быть студентом. У нас очень был сильный класс. Очень сильный класс. Вот. Одних медалистов 7. Но это не вы. Далеко не я. Как известно, в семье не без, ну и так далее. Вот. А мне двоюродная сестра, двумя годами раньше, поступавшая во ВГИК, подсказала шепотом, скрывая от многочисленной родни. Она не сказала сама, что она там провалилась во ВГИКе, на актерском факультете. И, значит, поступила на следующий год в педагогический. Вот, а через год я выпускался, и она говорит, ну что ты мечешься, хочу быть студентом, а вот возможностей не вижу, не вижу, нет их по аттестату. Она говорит, иди в ВГИК. Знаешь, говорит, стихотворение, басня, что-то еще, может быть, попросят спеть и так далее. Никакой математика, никакой синусов, косинусов, вот иди туда. Только, говорит, предупреждаю, 100 человек на одно место. Вот это вот особенно вдохновило баснями, меня. Да. Да, особенно вдохновило. Я пошел, деваться было некуда. И на первый заход я, Дима, не попал. Я дошел до третьего курса. Никогда не забуду, в двух словах. Подошел ко мне один человек из комиссии, которого я трижды видел до третьего курса. Тур дошел, стало быть. Он сказал, знаете, приходите на следующий год. Почему-то я это хорошо запомнил, потому что, ну, доброжелатель мой подошел. Видимо, он что-то во мне, так сказать, раскопал глазом своим, опытом. Это был довольно уже пожилой человек, небольшого росточка. Вот. И он сказал, приходите. И вот год я кантовался, я ушел на фабрику, работал недалеко от дома. На какую фабрику? Фабрика, где делали два цеха. В одном цеху делали линзы увеличительные. Вот. А в другом цехе делали весь год елочные украшения. Так вы, конечно, во втором. Да, нет, я делал линзы. Линзы. Все-таки это ближе к кино. Кино, линзы, увеличение и так далее. Ну вот, короче говоря, значит, я на следующий год, отработав, пошел. И вот на второй год меня принял Борис Владимирович Бибиков. Замечательнейший наш мастер. Куравлев, провалившийся на первый год, это такое ободрение многим-многим из тех, кто мечтает быть актером, и кто провалился в этом году. Товарищи, в 2003-м поступите. Куравлев, и тот проваливался первый раз. А это часто бывает. Потому что, Дима, вы же сами знаете, не хуже меня, что критерии, так сказать, вот, ну, извините за это слово, искусство, они размыты. Они размыты. Поэтому, так сказать, ничего страшного как раз. А может быть, даже Боженька помог в том плане, что я попал к великому мастеру. Да, может быть. К Борису Владимировичу Бибику, у которого потом учились. То есть не потом, раньше, позже там. Но я назову 2-3 имени. Это Тихонов, это Мордюкова, это Надя Румянцева. Вот такие... Все оттуда? Вот такие... Он же много выпускал выпусков, курсов. Я учился с Софико Чаурелли на одном курсе. И со Светой Дружининой. Называю их потому, что они общеизвестные люди в кино. Да? Но ни один человек, ни один из кинематографистов не сравнится с вами по фильмографии. Я, например, сказал бы хотя бы о количестве. 240, 250. Нет, 240, может быть, 244. Чуть побольше. Дело не в этом. Но, Дима, я могу... Это больше, чем... Нет, Михаил Иванович Пуговкин, кажется, единственный человек, у которого больше, чем у вас фильмов. Дима, ну давайте на этом не делать акцент. Так как же не делать? Почему? Столько актеров в нашей стране, равно, а больше всего фильмов все у вас. Все равно, не будем делать. Да, повезло, количественно. Но все-таки по мне, конечно, надо ориентироваться на качество. Ведь из такого большого вороха картин, в которых я принял участие, далеко не все получилось. Правда, смогу все-таки нескромную оговорку допустить. Подчас и не по своей вине. Мало ли, не срабатывал сценарий. Цензура была по тем временам до перестройки. Да. Ох, какая. У меня на нее есть зуб, но, так сказать, что толку, потому что порою были замечательные картины, а их так потом кромсали по цензурным соображениям, что получались средненькие картины. Вот это обидно.
Да. По сей день, да. Так что я, короче, за количество. Оговорился, за качество. Без которого не было бы количества. Ну да, если закон. Бы вы не были бы уверены из зон. Смотрите, вот Воскресенский сидит, как слушает, видите? Вот учитесь все слушать друг друга так, как Воскресенский слушает Куравлева. Вот на передачу «Дебро». Вот так учитесь все. Ну, короче говоря... Если бы не было уверенного качества актерского куравлевской игры, не было бы количества. Ну, великий закон. Или количество переходит в качество. Итак, Леонид Вячеславович Куравлев, не забыть бы нам, сегодня у нас в гостях, завершает наш первый телевизионный сезон нашей программы «Апология», что для нас честь и событие. Звонок! Здравствуйте, товарищи. Видали звонки погромче. Да, пожалуйста. Говорите. Алло. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вас двое? Нет, одна. Да, очень жалко, что вы одна. Прошу вас. Алло. Ну, говорите же. Алло. Да-да, пожалуйста. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Вас также, спасибо. И вашего собеседника очень приятного. Спасибо большое. И очень молодого человека. Так. Да, очень прекрасно выглядит. Хотела бы услышать, как такой молодой и приятный человек до сих пор сохранил свою свежесть. Это вопрос? Это вопрос. Точка, все? А вам телефон еще? Просто хотел бы еще поздравить вас с наступающим, опять же, Новым годом, пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья, конечно же, и успехов вам творческих. Спасибо вам большое за пожелания. Я взаимно тоже вам желаю всего самого доброго, успехов, благополучия, ну и так далее. А что касается внешности, вы знаете, ну как, я за ней особенно-то и не слежу, честно вам скажу, никаких у меня секретов по этому поводу нет. Просто, видимо, веду здоровый образ жизни, но и в то же время есть человек в этом повинный. Это моя жена. Она все-таки приглядывает за мной. А вы того не знаете, дорогие друзья. Как долго Нина Васильевна приглядывает за Афанасием, извините, за Леонидом Вячеславовичем? Вы уникум, Афанасий. Вы уникальный человек. Дело в том, что Нина Васильевна приглядывает за Леонидом Вячеславовичем с пятого класса Нет, давай уж точно. Давайте точно говорить. Я познакомился со своей женой в девятом, она была в седьмом. Ее на два года... Товарищи, вот извините, роковая ошибка. Но... Седьмого класса средней школы это блистательная пара. Особенно смешно, я уж так на правах людей, человека, который слышал эту пару в жизни, особенно смешно для нашего брата простолюдина слышать, как Нина Васильевна с Леонидом Вячеславовичем слушает. Ну помнишь, Вася, когда Шукшин у нас с тобой две недели жил, вот на кухне сидел, ел вот это вот. Помнишь, он сидел, ел на кухне, ты, Леня, где-то был? То есть... Им-то невдомёк, что речь идет о том, что легенда Шукшин живет у легенды Куравлёвых пешпара. А так, что-то семейный хроник. Что-то Вася, помнишь, у тебя квартировал? Ну, Вася же жил у тебя. Помнишь, он на кухне сидел? Ну, понятно. Ну, а с другой стороны, конечно, познакомились вот так, возвращаясь к этому вопросу. Был в девятом, она в седьмом. Ну, а поженились, разумеется, гораздо позже. Я в 60-м году закончил в ГИК. А Ниночка еще училась в Иньязе, да, в этом английский институте, язык. Английский язык, вот. А в 60-м году закончив, в середине 60-го, в июне, мы поженились, и с тех пор. В общем, я ей очень благодарен за свою внешность. И не только за это, поверьте. Спасибо за вопрос. А про Шукшина расскажите, как вы с ним дружили семейно? Ну, Димочка, это разговор вообще-то длинный. Я боюсь брать эту тему, хотя что-то можно сказать. Ну, очень коротко, разумеется, короткая передача. Что можно сказать? Вот мне повезло, конечно, прежде всего с тем, что на моем пути встретился Василий Макарович Шукшин. Учились параллельно.
он у Рома, я у Бибикова, как уже сказал, но наши кланы режиссерские, актерские никак не соприкасались. И вот в 60-м году он затеял свой, значит, о чем тоже уже говорилось, диплом. И вот на этот диплом я попал. И то нужно сказать следующее. Выходя из стен института кинематографии, я уже успел отсняться у Михаила Швейцера в замечательной картине «Мичман Панин». За главную роль сыграл Слава Тихонов. Вообще, говоря про свою киносудьбу, я не могу не упомянуть в том числе и Михаила Швейцера, поскольку он меня впервые снял в этой картине, я еще был студентом, вот. Затем я у него снялся в 8 картинах, сыграв 9 ролей. То есть в моей биографии он сыграл колоссальную роль, кинобиографии, и не только. Мы тоже дружили с семьями. Так вот, на мое счастье, ассистентка по актерам посмотрела фильм «Мичман Панин». И когда Шукшин набирал актеров в свой диплом, она вспомнила меня в этой картине, а Шукшин ее не видел. А она ему сказала: вот какой-то чудной вышел сейчас из стен вашего же института студент актерского факультета, какой-то забавный, чудной, какой-то немножко странный. Вот. Он мог бы сыграть Сеню Громова. И Шукшин сказал: пригласите, тем более из нашего же общего института, таким образом я с ним познакомился. А в «Печке-лавочке» он же, вы говорите, на вас писал? Сценарий? Да. Да, писал. В «Печке-лавочке» Куравлёв должен был, оказывается, играть? Да, должен был играть, поскольку Ивана должен был играть, специально был написан сценарий. Я очень осторожен с этим именем, с Василием Макаровичем, поэтому то, что я сейчас говорю, это действительно правда. Но я уже тогда думал о том, чтобы свою киножизнь продлить, потому что, играя самого себя, так можно... Простой парень. Да. И, как говорил Маяковский, поматросили и бросили. Вот такие судьбы на моих глазах, будучи в театре-студии киноактера, так сказать, я уже наблюдал и знал. Поэтому я уже тогда думал ломать себя, играть, то есть, разные роли. Вот. Это особая тема, она очень интересная. Короче говоря, стремление к этому было. И вот когда я к Шукшину пришел первый раз, и мы стали говорить на почве прочитанного уже мною сценария «Печки-лавочки», я говорю: есть много от Пашки Колокольникова, не повторится. Он сказал: нет, если в чем-то повторимся, не страшно. Это наша тема, она нас объединяет. Я режиссер, ты мой актер. И все-таки я сильно усомнился. Тогда я пробовался на Айсмана, и тогда меня заприметил на роль Робинзона Круза Слава Говорухин. Робинзон Круза, англичанин, дворянин, голубых кровей. Более того, когда пришла телеграмма с одесской студии, я не поверил в эту телеграмму. Думал: ну какой я, Шуру Балаганова только что сыграл. Простаки, моя, так сказать, стихия, простаки. А кто Афоня? Тоже простак. То есть таких много наиграл. И вдруг такая... Я всерьез ее не принял. Потом вторая такого же содержания. Я в нее поверил. И в конце концов, туда много очень пробовалось актеров на эту роль. На роль Робинзона Круза. И все-таки я благодарен тоже Говорухину Славу за то, что он очень меня отстоял перед худсоветом, который был против моей кандидатуры, и снял в этой роли. Я благодарен и считаю, что картина не такая уж и плохая. И имею право так говорить, Дима, только потому, что за многие-многие лета я в свой адрес по поводу Круза слышал очень много добрых слов от зрителей. А вот, чтобы провокацию практиковать, нужно: чертовы англичане с немцами, эсэсовцами,
лишили нас любопытнейшего персонажа нашего русского, который едет в поезде, понимаешь ты, в печках-лавочках. Хорошо. Но зато Василий Макарыч, видимо, от безысходки, самостоятельно сыграл в эту роль. Вот. Сделал ее более зубастой, больше, что ли, такой подковыркой. Картина... У вас он был бы другой. Да, картина другая, потому что мы разные и люди, и, конечно, актеры. Маленькую вещь скажу. После выхода фильма «Печки-лавочки» один критик, бравший у меня интервью, что сейчас я, слава богу, эти времена прошли, тогда все-таки сказал мне, а все-таки чувствуется на экране, что сценарий был написан Шукшиным для вас. Как это, почему? Ну, так сказать, в общем-то, это было уже и тогда, в общем-то, не такой гласный, но известный факт в известных кругах. Вот. И более того, вдруг он сказал нечто для меня кощунственное. Он сказал, в каких-то кусках я Шукшину не верю. Я говорю, как это так? А не верю, как он себя ведет в Иване. Я говорю, ну, например, в каком куске? А вот был кусок, когда он старается избавиться от значит, кофточки, которую ему вор дарит. И Иван понимает, что скоро может нагрянуть милиция, что-то тут не то получается, и бежит в поезде, идущем поезде, и запихивает эту кофточку, значит, в так называемое очко в туалете, да-да-да. Вот, избавляясь от улики. Критик мне говорит, я не верю Шукшину в почему этот момент. Это? Я говорю, а почему? У него глаза умные. А у вас, значит, Леонид Вячеславович, ну, конечно, как раз не для такие. Кофточки в очке, да? Вот такие дела. Я бы это сделал, может быть, конечно, ловчее. Откинул, а вообще, если говорить серьезно, Димочка, конечно, замечательно, что вот так произошло, и мы сейчас видим великого Шукшина живым в картине «Печки-лавочки». Это здорово. Это точно. Дорогие друзья, я каюсь, заслушался Леонида Вячеславича, а про вас-то и забыл. Тут у нас Голландия висит на проводе и уже довольно долго. Представляете, какие затраты, только чтобы поговорить с Куравлевым. Давайте дадим эту возможность. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы правда из Голландии? Слышите меня? Да, я звоню из Голландии. Потрясающе. Я смотрю ваши передачи, ну, с первой. И Гурченко, спасибо. И Абдулова, и вчера Бичевскую, позавчера два философа. Спасибо. У нас разница во времени 2 часа, поэтому у меня как бы рано все это самое получается. Удобное время, да-да. Ну, уже я решила, буду висеть до последнего. Вишу 13 минут ровно. Но, тем не менее, хочу сказать огромное, выразить огромное любовь и уважение Леониду Куравлеву. Это один из любимейших моих артистов. Я обожаю просто его фильмы. И знаю, что он в жизни действительно серьезный человек, как я его сейчас вижу, играет такие замечательные роли. А раз уже я дождалась и довеселась, то и вам, Дмитрий, скажу. Передача ваша, вы меня иногда так раздражаете, особенно ваша эта заставка «Ди-ди-ди-ба-ба-ба». А потом думаю, и такие люди к нему идут. Так как сейчас Леонид Куравлев сказал, глаза очень умные, значит. Так что желаю вам всего-всего самого хорошего. Спасибо. Удачи, творческих планов. Спасибо и здоровья. Вам большое. Спасибо и вам. Я так рада, что наконец-то в конце года я смогла дозвониться. Я пытаюсь каждый раз и удивляюсь. Господи, и Филипп Киркоров дозвонился, и люди из Тбилиси дозвонились. А я ну никак не попадаю, наконец-то. С Новым годом и скажите, всего, пожалуйста, всего самого наилучшего. Скажите, пожалуйста, вы до Голландии где жили в России? Я живу в Голландии недалеко от Роттердама. Это сейчас? Северного моря. Как это сейчас, как это разом до вас. А вот до Голландии, где вы до жили? До того я жила в Белоруссии, недалеко от польской границы, такой маленький городок с женским именем Лида. Лида. Так вот тоже я и слышу, что с Беларуси. Спасибо вам за звонок. Правда. Ди-ди-ди, ба-ба-бам. Все ж понятно, дорогая моя. С Новым годом вас. Всего вам хорошего. То она в Лиде жила, а то теперь где и разом жил. В Роттердаме. Слушайте, вот я хочу сказать, как все-таки трогать? Ну вот волшебная сила искусства господина Куравлева. Это ж сколько же Гульдинов набежало за 13 минут этого весенья? С ума сойти. Так человек ждал все эти 13 минут и все эти Гульдины потратил только на то, чтобы сказать доброе слово. Ну скажи. Спасибо. Что я очень все-таки? Тронут.
А у нас есть кафе. А у нас есть настоящее кафе, где, посмотрите, какие интересные персонажи ночью, совершенно случайно, поверьте мне, это не наши знакомые, появляются. Давайте посмотрим. Нет, вот это наши друзья и знакомые. Это Сергей Воскресенский, благодаря отчасти усилиям которого-то мы здесь с вами в Апологии имеем право сидеть по ночам. Да, пожалуйста. Леонид Вячеславович, во-первых, пожелание, чтобы почаще появлялись в прямом эфире на разных программах. А второй вопрос. Как удалось вас, человек, который не снимается в никаких рекламах, затащить на рекламу циркониевого браслета? Расскажите. Так. Вот это публицист ленинской школы. Вот мне нравится этот как раз вопрос, потому что мне нет прохода буквально с этим циркониевым браслетом. Потом меня сменил, слава богу, Никоненко, потом... После Никоненко, как известно, Буба Кикабидзе. Но вот моя реклама, если так можно выразиться, по поводу циркониевого браслета, это не реклама, это антиреклама. Потому что случилась оговорка. Как известно, снимается много дублей. И вот в одном из дублей я сказал вместо нормальное давление... Давления никакого. А никакого давления бывает только у покойника. Значит, я всех потенциальных покупателей циркониевого браслета приглашаю на вечное поселение на кладбище. Что же случилось? Ведь можно было... Взяли именно этот дубль с оговоркой. Ведь очень легко можно было, Дима, исправить. Вы это прекрасно конечно, знаете. Конечно. Это делается за 3 минуты. И ни один зритель никогда бы это не почувствовал. Много раз я переозвучивал самого себя, чтобы исправить текст лучше. В Афоне очень много было, так сказать... исправлено и так далее. Ну, тут-то запросто можно было сделать. Но заказчик оказался циником и не очень, я бы сказал, умным человеком. Он цинично это запустил. Неужели он это не видел? Он рубил сук, на котором сам же и сидел. Зачем меня было подводить и прежде всего себя и вообще свой товар, который он мне доверил рекламировать? Это меня, конечно, убило и раздражало. Я ему пытался прозвониться, он от меня Но зато бегает. Это он сделал за тем, чтобы вы бы имели возможность вот сегодня нас потешить этим рассказом. Вот я вам рассказал эту маленькую новеллу и смешно. Попрошу у всех прощения за эту оговорку. Повторяю, ее можно было убрать, ну, за 2 минуты. Этого себе не позволил заказчик. Смешно. Циник. Спасибо также господину Воскресенскому за интересный вопрос. Хохотали долго. Сережа, спасибо. Алло, давайте теперь еще по телефону поговорим. Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Ну, во-первых, Дима, вас наступающим. Благодарю вас очень взаимно. Ну, Леонид Вячеславович, в особенности. Спасибо. Ведь все-таки, невзирая на все, что вы сказали только что, жена-то ведь довольна. Довольна? В рекламе-то. Жена довольна. Ну вот видите. Простите, конечно, это может быть звучит немножко цинично. Простите, великодушно. Не хотел ни в коем случае обидеть никого. Ни вас, ни тем более вашу супругу. И хотел пожелать вам всего-всего-всего. Ну, учитывая, что все уже пожелали, но осталось только процитировать нашего современного классика. Счастье в семейной и личной жизни. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну и все-таки, Леонид Вячеславович, так что же у нас в кино-то происходит? Вы же мэтр. В кино что происходит? Вот это вопрос, да? Да. Ведь вы же мэтр, у вас громаднейший опыт, школа. Действительно школа, с большой буквы школа. Ну, я, конечно, затрудняюсь сказать, как говорят в Одессе, за все кино, естественно. Но происходят неважные вещи. Неважные вещи. Вот уже... Просто невозможно смотреть телевидение, Дима, телевидение. Вот, вы правы, в телевидении тоже. А? Вы правы, в телевидении тоже. Ну, конечно, конечно. Да, но, слава богу, Диму это не касается, потому что не он снимает эти фильмы. У него замечательная, по-моему, передача. И спасибо, что вот я сейчас, так сказать, имею возможность сидеть рядом с ним. Но
О, зачем нам столько американских страшных, дешевых, пошлых боевиков? Кто их закупает? Зачем это нам суют? И потом мы пошли за ними же, эти бесконечные фильмы, сериалы, где убивают, режут, насилуют, распускают реки крови. Я должен вам сказать, что я от таких картин отказываюсь. Я отказываюсь. Я не хочу... А вам шлют сценарий, вам шлют приглашение? Да. Заверяю вас, что случается, что и в такие картины меня зовут. Я принципиально, и я, извините меня, я горжусь этим, что у меня есть возможность отказываться от подобных картин. Вот. Так что, а порядок наводить в этом деле, конечно, не мне. Я бессилен, я мелкая сошка. Мое только право сниматься... Да-да. Здесь вы, конечно, не правы. Нет, я прав, ребята. Я очень прав, потому что была бы моя воля, тогда бы я сказал нет. А я этого не могу сказать. На этом начинается и заканчивается. Снимайся или нет, я в таких фильмах не снимаюсь. А вот вы же видели, как Шукшин работал над сценариями. Вот ведь вы же видели, Нина Васильевна рассказывала, что у вас же часто он и квартируя сидел день-деньской над всем этим. А вот современные это, вот сценаристы уже, а режиссеры, не говорю, вот этих сериалов, «Кляп 3», «Простыня 4», вот эти сериалы, они же не так сидят над этими листами. Они же с другим, с самого начала посылом садятся за работу. Я не знаю. Вот они, очевидно, думают, что вот это требует молодежь. А молодежь, я просто скажу, на этом наша молодежь гибнет. Она гибнет. Вот что страшно. А расхлебывать мы и завтра это будем, и еще многие лета вперед. Вот что мы делаем. А вот кто за это ответит, мне непонятно. А кто-то ведь должен ответить. Кстати, президенту был задан вопрос, когда он был в прямом эфире. Он не очень внятно по этому поводу ответил, к сожалению. К сожалению. Потому что, так сказать, как бы сослался на жизнь, на то, что да, вот она такая жестокая, но это не означает, что мы... эту жестокую жизнь должны бросать на экран. Так в том-то все дело. А что может президент-то с этим поделать? Ведь да, видимо, сценарист, который садится писать сценарий «Кляп 3», хочет одного – подзаработать. Он хотел бы, чтобы этот сценарий прошел бы, рейтинг. А что он может делать? У него дети, он хочет вот видите, есть. На этот вопрос а что ему делать? Больше отвечает и лучше меня, конечно, Дима. Он больше знает про телевидение. У нас есть кафе. Алло. Вот про деньги меньше. Алло. Чем сценарист «Кляп 3». Да, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Леонид Вячеславович, да. Вот сейчас очень интересную тему подняли. Я просто хотел бы задать вопрос, наверное, в продолжение этой темы, поскольку действительно на телевидении много страшных вещей, много не очень хорошего кино. Но вот я, как бы, скажем так, человек-то, в общем-то, не молодой, и всю, весь прошлый смешной кинематограф, который был, это наши комедии основные с точки зрения там, того же Александрова или времена Гайдая. И вот в связи с этим хотел задать, что сегодня-то в кинематографе, почему сегодня нет замечательных комедий, которые поспорили, может быть, с Голливудом? Да хоть бы с Гайдаем пусть бы поспорили. Ну, опять-таки... Хоть бы с Жоржа Милославского дали бы сыграть, ну. Опять-таки вы задали, с одной стороны, наболевший вопрос, а с другой стороны, я не в силах ответить на него. Почему? Я на вашем же месте также обратился бы к Диме и в кинокамеру, в телекамеру и спросил, а вот почему этого нет? Вот почему у меня у самого этот вопрос, так сказать, стоит, так сказать, на таком же уровне, как и у вас. Кстати, все-таки что-то, наверное, делается. Вот я вас приглашаю посмотреть, например, картину, которая пойдет по Первому каналу 4 и 5 в двух сериях. Называется «Железнодорожный романс». Это рождественская сказка, очень много смешного, комедийного. У меня там очень смешная роль, по-моему, проводника, очень веселого. А значит, кто-то что-то делает? А?
Кто-то что-то делает еще? Делает, все-таки делает. Не может не делать. Есть люди, которых тоже воротят от того, что нам по большей части показывают, и начинают снимать что-то приличное. Снимают. Я приглашаю посмотреть новый объем картины «Сыщики», которые уже прошли, где я сыграл и продолжаю играть... генерала? Нет, я играю полковника уголовного розыска Лютикова. Сейчас снят новая обойма фильмов, значит, а также под этим названием «Сыщики», 12 серий. Вот. Но это детектив, но там тоже... Ага, значит, как где Куравлев не играет, так то все гадость. Нет. А тот же самый детектив, но только там, вот где послушай. Играет Куравлев, уже надо смотреть. Нет, ага, вот послушай, почему? Почему? Это в стиле Шерлока Холмса. Если там происходит беда, если там убивают, то там надо в этой картине, как известно, по первым 10 сериям, там надо думать. Там нет на экране резни, погонь и вот да, этих да. всех уродств, от которых тошнит. Извините за это слово. Вот. Там думают люди. Вот это важно. И там блистательные актеры заняты. Вот эта пара прекрасная, Степанченко и Щербаков. Вот вы снова их увидите. Это замечательная картина. Вот. Хотя и детектив. Короче говоря, есть прогалины и на телевидении, есть в нашем кино. Тут еще, конечно, вопрос. Как-то вы все в 60-х сгруппировались. Ведь как было все-таки трудно? При большевиках ведь было неизмеримо труднее, чем сейчас. А все-таки смотрите, какая у вас когорта восхитительно выросла. А что же сейчас? Перевелась, что ли, какая-то демографическая катастрофа у нас, что ли? Где Василий Макарович? Где Куравлев-то молодой? Ну, 60-го года разлива. Говоря, куда они все делись? Почему сейчас не происходит это? Над этим стоит поломать. А может, голову. Кто-то сейчас уже и есть, о котором через 30 лет некоторый другой Девро будет сидеть. Вот расскажите, как вы работали. Да, может быть, может быть. Да нет, все будет. Все будет. Все это переболеем. И придет все-таки тот кинематограф, который требует зритель. Вот он требует. Он воет от этого и требует нормального кинематографа. Он приходит, он будет. В это надо верить. И я верю. Маятник качнется. Конечно. Маятник качнется. Не без этого. Так не может долго продолжаться. Смотрите, какие у нас симпатичные люди в кафе прибывают и прибывают. Вот давайте посмотрим на них. Господин Куралев, о, пожалуйста. Вы вот смотрели фильм «Гарри Поттер», вот хотели бы там сняться? Вы знаете, я этого фильма не видел, поэтому я не могу ответить на этот вопрос, хотел бы я там сниматься. Я догадываюсь, что это, в общем-то, не для моего возраста уже картина. Вот я уже перерос, это более детская картина. А могли бы вы там сняться, колдуна? Да, если я актер, я могу и сняться колдуном. Я, например, играл и президента. Это, наверное, труднее. Колдун из Поттера тысяча. Слушайте, а покажите, пожалуйста, маму этого чудесного маленького Гарри Поттера. Вот посмотрите, в каком. Вот какова мама, короче, таковы интересы сына. Вот давайте посмотрим. Ну, если честно, я не мама, но очень приятно. Но было бы здорово иметь такую красивую. Ну, тетя. Мы сейчас едем с карнавала, так. С корпоративной вечеринки. Нам очень нравится. То есть, тетя, простите, вы что, в таком виде по городу ехали? Нет, мы приехали на авто. Там был бал-маскарад, там все были такие. Ну, слушайте, хорошо. Мы очень рады. Спасибо. Леонид Вячеславович, мне хотелось бы спросить у вас, в чем секрет? Как вы столько лет остаетесь всегда востребованным, всегда нашим любимым актером остаетесь в любое время? Вот и еще один вопрос, извините. Я обожаю, просто обожаю фильм «Афоня». А как вы к этому фильму относитесь? Вы также его легко играли? Вот у вас есть что-то. Вас есть что-то от героини Жени Симоновой. Вот у вас что-то есть. Вот то-то вы Афанасия любите, точно. А мне не звонили, Афанасий. Мне сказали, ты когда звонил. Гениально. Вы знаете, о востребованности, это мое счастье.
Это великое счастье, которое, заверяю вас, я очень ценю и умею, надеюсь, ценить. Мне не присущ тот цинизм, что вот да, тут снимаюсь, тут нет. Нет, я очень люблю сниматься. И если я по сию пору, так сказать, снимаюсь, то это великое счастье. Им надо дорожить. И очень нежно дорожить, к этому относиться. Что касается Афони, если так можно, так сказать, несколько коряво выразиться, записал его себе в актив. Потому что я знаю, что Афоню любят. Любят картину Георгия Николаевича Данелли. И мне повезло, что я там снимался в главной роли. Кстати, Георгий Николаевич не очень хотел меня снимать. Я ему к этому моменту, это был 1974 год, уже поднадоел много, снявшись. Но, тем не менее, он, к счастью моему... А кого же он еще имел в виду-то? Ну, много актеров пробовал на эту роль. А неэтично говорить, кто еще мог бы... Конечно, во-первых, неэтично, но много пробовалось на эту роль. И ему говорили, что, мол, актер Куравлев. Он как-то к этому холодно отнесся, но в конце концов поручил эту роль мне. Я счастлив, я ему очень благодарен, я очень люблю эту роль. Вообще, там что-то затронуто в этой картине от национального духа. Вот почему она до сих пор живет. И до сих пор можно с уверенностью говорить, что это про нас. Это про нас. Это и завтра про Афоню скажут, что она... Эта картина про нас, она уже стала классикой. Ибо всегда будут девушки, что я будут люблю спрашивать, эту картину. Вы мне не звонили, Афанасий, всегда будет такой Афанасий. А давайте спросим лучше всего у нашей чудесной тети, которая напоминает изумительную кошку, если хотите, даже вайлдовскую кошку, даже если хотите... Давайте спросим у нее, чем ей-то так нравится Афоня? Нельзя ли вас спросить, а вам-то почему-то так нравится? Просто потрясающе. Я не могу больше. Вот и все. Ну что это за кличка такая, товарищи? Ну это не взыскательная кличка, не по-партийному, не принципиальная. Ну чего вот там такого? Ну вам... Ну вот вы могли бы так ухаживать безнадежно за каким-нибудь Афанасием, как вот героиня Симоновой? Лет несколько назад, да, смогла бы. Нет, ну Афоня, в него тоже вот влюбилась Катя. А ведь это по закону... Любовь зла, полюбишь и... Афоня. Да. Да что вы все перед этим... Вы повелитика достали. Так. А вы не хотите, Афоня, со мной пойти? Как? Вы повелитика достали нам. На работе раздавали. Да. А куда пойти-то? Кино. Кино? Ну, как конечно. Как правило, я не очень люблю ходить в кино, особенно сегодня. Да. Спасибо за приглашение. Тем не менее. Я вас приглашаю. Тем не менее, спасибо. Есть звоночек у нас какой-то. Алло. 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 Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Димочка, поздравляю вас и вашего спасибо гостя, спасибо. Леонида Вячеславовича. И вас также, спасибо. С наступающим Новым годом. Спасибо большое. Желаю счастья, здоровья, семейного тепла, уюта, успехов в работе, новых программ и новых ролей Леониду Вячеславовичу. Спасибо. Во всем согласна с реакцией на фильме о жестокости. Ваши роли все очень добрые, теплые, веселые. Они, эти ваши роли... Наши, особенно вам полюбился нам веселый, прийти. Добрый айсман. Жандарм Фюрер СС. Неудачи вам во всем. Димочка, не перебивайте. Не Мы буду. Очень любим вашу программу. И желаем всех-всех благ вам. Спасибо большое. Спасибо большое. И вас тоже с Новым годом. Всего вам доброго. Спасибо. Не, ну вы мне что это? Вы мне провокацию давайте. Спасибо вам на добром слове. Давайте что-нибудь такое, чтобы... Алло. Алло. А то как несовременная передача получается. Алло. Алло. Пожалуйста. Алло. Давайте, провоцируйте. Алло. Да, пожалуйста, здравствуйте. Алло, здравствуйте. 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 Мне бы очень хотелось передать поздравления Леониду Куравлеву. Так. Я до сих пор помню его Пашку Колокольникова. Я считаю, это его, ну, один из лучших фильмов. Спасибо. Самого лучшего вам всего, вот что можно только себе спасибо представить.
Я благодарю вас за пожелание. Я тоже со своей стороны желаю вам всего самого доброго, успехов на почве очень хорошего, крепкого здоровья. Что касается фильма «Живет такой парень», я должен сказать, что это моя самая-самая любимая картина из всего того, что я успел сыграть на сегодняшний день. И роль Пашки Колокольникова самая моя любимая. Спасибо. О, как. Давайте дальше. Алло. Алло. Алло, Димочка. Да, здравствуйте. Доброй ночи вам. Здравствуйте, вам также. Дозвонился. Ну, во-первых, с наступающим вас, и вас вашего тоже. Гостя и спасибо. Всех, кто в апологии. Спасибо. Счастья, здоровья. Спасибо. А для затравки... Ой, что-то такое, я очень далеко, но тем не менее идет провокация. Сейчас, одну секундочку, я ее порежу. Вот давайте, показывайте, что это прямой эфир, что у нас даже по марке идут. Да? Я что хочу сказать. Леонид, что-то такое, вы с девушкой плохо себя вели. Девушки плохо себя вели. Девушки плохо себя вели, товарищ. Ага. Леонид, да. Что-то девушки плохо я себя вели. Я ничего не понял, давай дальше. Давай дальше. Алло! 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 Да-да, пожалуйста. Да. Вопрос повторить можно? Да, пожалуйста. Фильм «Ты мне, я тебе». Ага. Мне интересует вопрос. Вы играли там снабженца, грубо говоря. Снабженца. Тут фильм «Ты мне, я тебе». Ну да, так, конечно. Так. Вот. Вы, когда играли, вы сами понимали, что вы играете? Конечно, понимал. Разумеется. А что в будущем это будет так? Вы тоже знали? Вы имеете в виду, что со временем этот тип станет господствующим в стране, да? Ну, наверное. Вот это вы имеете в виду? Это вы имеете в виду, да? Да. Ну, а был такой сценарий, был такой фильм. Я, кстати, к нему отношусь очень хорошо. Это неплохая кинокомедия, там много смешного. И если вот этот фильм предрекал, как бы предвидел появление вот таких подобных дельцов, типа Ивана Кашкина, ну что ж, можно сказать, как бы художники, кто делал этот фильм, кстати, сценарий писал Горин Гриша, вот, снимал Серый, который снял такую замечательную картину, как «Джентльмены удачи». Вот. Если они предвидели появление вот таких дельцов, так называемых, хвала им за это, хвала. Надо было уже тогда кое-кому задумываться, чтобы их не пускать на арену жизни, если так можно выразиться. Да и пытались, вот и давали 20 лет. Я понимал, кого я играл. Но вот этот прагматизм, который сегодня господствующим, можно считать в мировоззрении, в общественной системе ценностей, однако не коснулся господина Куравлева. Афанасий этот вместе с Айсманом, Робинзоном Крузо, Колокольниковым в обнимку навечно поселились в наших душах. Извините за высокий слог. Ну, во-первых, спасибо, Дима, это может быть маленькое преувеличение, но тем не менее спасибо. А что касается «не коснулось», ну, это, наверное, заложено в моем характере. Вот и все. Таков характер, так меня сочинила природа. Дала жизнь мама с папой, дали жизнь, так сказать, так придумал Бог. И те, что в 60-м году вышли из стен ГИКа, тоже как-то вот в этот «ты мне, я тебе», в этот наш уклад, мироуклад новый, не особенно, оставаясь на прежних, никем, кстати, не свергнутых позициях. Да, этот душок, так сказать, вот этим людям, то есть нам, вот моему возрасту, актерам моего возраста, он, конечно, не так уж свойственен. А скорее сказать, совсем не свойственен. Это я знаю хорошо. Отлично знаю по, так сказать, тому, как я общаюсь
с себе подобными шестидесятниками, так мы их назовем, потому что мой возраст – это люди, которые появились на экранах в 60-х годах. И вот недавно был вечер в Доме кино, как раз посвященный тем, кто появился в 60-х годах. Я был тоже, разумеется, участником этого славного вечера в Доме кино. И вот как раз вот этого духа и не присутствовало, чему я и порадовался. Хорошо это с точки зрения цинизма или плохо, это не мне судить. Наверное, это неплохо. Нет, но «Капитал» нет-нет, да и пригласить, то Юрия Васильевича Яковлева изобразят на водке на рекламе, то Куравлева там попросят что-то рекламировать, иногда. Но это как-то к вам не прилипает. Я надеюсь. Я надеюсь, Дима. Какая-то у вас особенная идеология, Дима, и какая-то особенная высокая правда. Мы тоже, наверное, в чем-то не безгрешны. Это понятно. Мы люди живые, ничто человеческое нам не чуждо. Тоже в чем-то грешим и живем на этой грешной земле. Но нам, так сказать, конечно, не в сильной степени вот это привелось, вот это вот. Этот страшный практицизм взять здесь. Ну и слава Богу, видите, сколько так доброго. Ну, наверное, это так. Я говорю сейчас не о себе, друзья мои. Я сейчас по большей части, разумеется, говорю о вот тех актерах, которые... Да, вот о нашем поколении. Вот я о ком говорю. Конечно, Леонид Вячеславович, позвольте вам и всему вашему поколению выразить глубокую благодарность, низкий поклон за все, что вы сделали для нас. Сегодня мы видели только миллионную долю того, что можно было бы увидеть, если бы это, то, что вы нам сделали, хотелось бы во что-то отлить осязаемое. Однако, тем не менее, позвольте пожелать вам здоровья, счастья, успеха вам и вашему поколению в вашем лице. Спасибо большое. А я в заключение хотел бы поздравить всех зрителей, которые сегодня провели вечер у экранов, поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всего самого доброго, прежде всего успехов. И пусть этот наступающий год будет чуть-чуть лучше любого другого, что уже за вашими спинами. Всего вам доброго. Программа «Апология» с удовольствием присоединяется к этим словам. Дорогие друзья, всего доброго, а 29 числа ждем вас здесь же в атриуме на Дебров-пати. До встречи, всего доброго. Я тестато сперименто. Good evening, my fellow citizens. Конечно, включи я там не закрыли. Not having enough money. Power was so great that their naked souls would have scorched the earth. Я тестато сперименто.